И я думаю, что это может создать проблемы, потому что часто с ними обращаются совсем не так, как это делалось в Советском Союзе, когда мы их учили, и они получали образование, осваивали квалификацию. Это было совсем другое. Но я думаю все-таки, что Россия с этими проблемами, с мигрантами из наших бывших республик справится.